Скоро будем ходить сюда на лес, квесты делать. Сраться из-за того, что ты аптечку украла у меня. Через дорогу кто-то перебегает. Куда? Лево, направо? В нашу сторону. Вот, блин. Ты степом или нет? Да-да-да. А, под гнездом, за свет. Под левым. Блин, так ни хрена не видно. Тепла видно. А, потому что он исчез куда-то. Что? Не, есть, есть, есть. Есть, есть, да. Чевок, чевок, чевок. Два чевока даже. Правее зайду. Херня, почему не выпадает у меня? Или он дохнул? Двое было вроде. Стреляет. Это он? По тебе? Я стреляю. Автомат какой-то вроде бы был. Живой там один, убегает за гнездо. За гнездом слева. Стоит, да? Что? Он бежит в нашу сторону. Бежит в нашу сторону? Дорогу, дороги, да. По левой стороне? Нет, по полю просто. Настя. А, вижу, вижу. Убил одного? Ага. Его и убил. Другой за гнездом от тебя, если смотреть. Он с левой стороны. Значит, их больше, чем два. Потому что я вижу еще одно. Убил еще одно. Слева еще был? Да, вон он уходил. Вон он, блядь, ебашь его! Вглубь к бункеру? Да, точно, да, убегал один. Слушай, ну, блин, может это твой был. Может он бежал в твою сторону. Вернулся. Я видел какой-то засвет. Как будто он уходил туда, в сторону новой территории. Не находится, что? Я подошел уже к камням, к этим гнезду. Батарея. БТР едет. Звук есть, а его нет. Опа, по мне. Не ты понял, с какой стороны. Да-да-да. Я у него друга подлутал, успел. Он по мне выстрелил откуда-то. А, вижу, вижу. Да, с новой территории. Там, где дорога. Правее, что ли, прошел куда-то? Ага, да, есть правее. Я не вижу тебя. У меня корочка, я не вижу. Хит. Убегает по краю карты, дальше туда. Еще вроде бы хит должен быть. Перебегаем на твою сторону. Угу. Я его заберу, отдам тебе. На гранате челик должен быть. Я потерял его. Прямо передо мной где-то должен быть. Да, там горочка маленькая, он за ней.
куда смотришь примерно там? Да, да, да. Мертвый, что ли? Да, мертвый. Все. Дальше было все-таки. Угу. Твой был другой, который на дороге лежал, бомж с ПВОшкой. Это они все с ПВОхами. Перед нами, вдоль камня, снайперского. Чевок. Минус. Там, по-моему, дальше еще есть. За камнем. Может быть. Налево бежит. Не вижу. По дороге сейчас будет бежать. Где машина раньше. Старый платник. Влево, да, да, бежит? По дороге бежал. Да, да, что-то есть, какой-то засвет. Видела его? Да, но он дальше побежал. Не попало. Дальше по дороге бежит, только налево. Угу. Наверху? Я на левых камнях у нас тут. Перед дорогой. По о, мне. Глушак, глушак. На старом платнике он. Прямо вот где машина была раньше в упоре. Пытаюсь найти. Живи. Вижу. Дай мне секундочку. Минус. Еще, кажется, один есть. Ты на платнике, нет? Нет. Нет, здесь еще один. Я за тебя. Хит. Он поджался под снайперскую скалу. Слева, справа. Прямо вот, прямо как мы шли, грубо говоря. На гранате сейчас будет. Скорее всего, справа от нее пошел. Вдоль снайперской скалы, прямо под ней, пошел направо, скорее всего. Платник смотрел, нет там никого? Смотрел, да. Ну этот вкусненький. Это 7 уровень. Угу. Так, что ты забрала типа или не спускаться? Угу, не забрала. Угу. Что у нас по выходам? Северный. Угу. Да, господи, дохнуть не хочет, а зато через кусты стреляет. Что там у него было-то? РПК что? Не маска твоя любимая. Маску давай. Пригодится. Ох, у него дырочка в маске прям между глаз залетела. Неплохо. Странный тип, конечно. Ну, вот этот вот тип был 50-го уровня, не знаю, почему вдруг бросил. Это даже не маленький уровень. Там второй тоже был нормальный, я видел, там у него ДВЛ-ка на спине, еще какой-то ган запасной. Вот такой вот он друг. А, кстати, да. Он тут и вышел, наверное. Может. Этот жулик. Пятеро. Подожди, пятеро? Пятеро? Надо. Подожди, раз, два, три, чет...
4. А, нет, все правильно, 5. Я же у этого убил, типа, кстати, я вообще про него забыл. У суицида ж у камня. А, ну да. Здесь 2 минуты вот этого, еще один сбежал. Это опять что-то летит. Что это такое? Причем на как будто что-то тяжелое прилетает. Штурман? Да, да, да. Не успела. Опять. Да, это знаешь, откуда летит? Походу камушки, где танк выход есть. Да, значит туда не открывать, тем более. Там теплак туда не добьет, но вот там, походу, сидит жулик. Походу, да. Сейчас я разберусь. Так, труп вижу твоего типа. Да, рядом никого нет. Причем это хамская будто бы даже стреляет по звуку. Не, он вообще далеко, просто хлопок. Ага, вижу, кажется. Да-да-да, лежит. Минус. Это хамс реально был, походу. Что-то белое большое. Но это не твой тип, который от тебя убежал. Я поняла. Я больше потихоньку в ту сторону идти. Да, да, да. Я уже сегодня тысяча. Третий. На этом берегу только один засвет одного тела. Валил уже как-то куда-то. Да, шел уже куда-то. Чё, блин? А это что, твоё? Мое, мое. А не, не найдет никто, пойдёт. Да ну вдруг, я могу вынести. Помочь, скажем так. Не надо. Да будет обновленный завод в этом году. Я не помню, как у них там было в этом, в родмап. Чё у меня за новое достижение получено? Что я ещё не сделала? Из того, что... Можно было сделать легкого. Блин, дегировалось все, как неудобно. Убила. Тут у меня хаешка какая-то. Мне что ли? Чел на суициде. Минус один. На снайперской скале кто-то стреляет еще. Два раза, да, выстрел. У меня тоже чувак с кем-то на тропе стрелялся, но не подходит еще. О, на граната не летит. Второго убил себя. А где тип был на новой этой дороге, да? Ну, ближе к тому же месту. Короче, где-то мне еду скидывают, наверное, там. А, понял. Все, отсюда подходить буду. Оп, снайпер по кому-то опять работает. Поле по мне. Я же тебя пощадил, но за что ты меня стреляешь? Даже не вижу его, блин, там.
А, он лежит. Кто убил его? Не я. Кто-то его убил только что. Это где? Нет, это еще идет далеко. Это недалеко, это на тропе. На тропе? Угу. Блять, бот не надо. Отвали. Да ты на меня вроде. Я у тебя тут напротив, на встречу бегу. Немножко по зеленке. Бля, бот как будто, смотрите, чат. Бот как будто типа плачет над ним, смотрите, такой. Блять, зачем же ты погиб? Гляньте, просто ставит. Бля, я не помню, где чувака убивал. Немножечко ля романтик. По мне. Зеленый трассера на трупе. Значит, там контроль где-то лежит. Где труп, сориентируй меня. Где труп, я не знаю, а он где-то на тропе, там где медичка, понял? Угу. А где машина? Вот, да, да, сейчас я через насыпь пойду. Ты легла там, лежишь что-то? Дороге. Да, 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 я лежу, магазин закрыл. Угу. Это ты? Вряд ли, я за МЧС-кой. У меня чувак, он прям тут. Он бил меня, он прям тут сидит, он прям, он не уходил далеко, он кашляет. Где он, тут? Так, он не дошел до МЧСки вообще, он также на тропе, только левее. У воды? Если... Да, нет, нет, наоборот, противоположного. А у воды тоже есть чел, вижу. Это так же и сидит. Это другой, значит их два. Ну да. И тоже с теплом. Бля, и Беттер едет еще. Ты куда подходила, что он тебя убил? Шла в сторону МЧС. По дороге? До сих пор. Не-не-не, по кустам. Я шла вот как бы в сторону МЧС, в сторону тропы диких. По вот этой зеленой гряде. Угу. Никнейм запомнила? Да, Ку-ку. Как? Ку-ку. Ку-ку? Ну там да, что вроде ку-ку. Каша, скажу сразу. Я боюсь подходить лутать, вдруг еще где-то сидит один. Но это точно не вода была. Ну там прям очень херово, он должен пилить. Вот он кашлял. Да, скорее всего, это был он. Сейчас проверим. Тут до хрена трупов. Сильвер Вульф. Нет. Нет, это не он. Как успехи?
Бегу к выходу. Они ж, походу, тут спавнились. Он тебя, наверное, убил и побежал на окраины. Выхожу. Как он тебя зарашил-то? Он просто не зарашил, побежал? Он сидел. Он просто сидел. Не рашил. Ты чё, ты чекала, что? Ещё. Ну, я просто пошла, короче. Ну, я думаю, все, он убежал туда дальше. Ты же говоришь, там выстрелы были. Я просто бегу, и он напротив меня сидит. Просто сидит. Причем он сразу не стал стрелять, он, судя по всему, думал, что ты его напарник. Ну да, вот напарник у него почему-то в другую сторону бежал, я убил его. Сразу после этого, считай, просто дальше пошел все расчекивать, и там только трупы одни лежат. Кого не было вообще. Да, скорее всего, нет, я уверен. 99%, что нет. Слушай, смотри. Кто сидит? Блядь, по-моему, читак. Читак пролетел только что, да? Ты видела? Да, я видела. Я поэтому тебе сказала, смотри. Пошли отсюда. Так а чё, он нас убьет в любой момент. Я уже открыл. Hello! Мистер Супермен. Ты ходишь там, да? Я бегаю, да. Ля. Просто пролетел. Я как раз прицел включил, и чел летит. Он на дереве сидел, и туда-сюда крутился и лагал. Понял, да, как он так и лагает? На дереве. Я еще говорю, бля, смотри, короче. Я сначала подумал, что это бот, а потом он просто исчез. На мосту кто-то вышел. Он просто сидел на верхнем дереве. Да, я видел. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.